Нобелевская премия по литературе 2020 года была присуждена американской поэтессе Луизе Глюк. Она является членом Американской академии искусств и литературы и за свои работы неоднократно удостаивалась высоких наград США. Мы только лет через 50 узнаем, кто еще был номинирован на эту премию. И это справедливо, потому что иначе начнутся бурные споры, почему дали тому, почему дали другому. Решения Нобелевского комитета не обсуждаются. И это делает премию особенной, значимой. Премия вручена за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным. По данной формулировке мы можем только догадываться, о чем именно хотели сказать члены Шведской академии. Лея Бушканец, профессор Института международных отношений, трактует это так, что члены комитета в этом году давали премию не за включенность литературы в жизнь, а за то, что она возвращает к вечным темам. Посреди всех этих событий, карантин, связанных с болезнью, выступлений в разных странах, была выбрана поэт, которая пишет о смерти, о движении времени, пишет о вечном. Это, на мой взгляд, определенная декларация Нобелевского комитета в этом году. То есть вы можете драться на улицах, устраивать демонстрации и так далее, но есть нечто вечное, и вот за эту единичность и уникальность они решили дать премию. Кристина Надыршина, Фарид Захитаглы, Универньюз.